если бы он выбрал Эстонию, Польшу, страну, любую страну Балтии или Польшу, то есть страны, которые ну, ненавидят русских, у него было бы немножко больше вероятность того. В Испании русских, ну, такое количество, вы представить себе не можете. Вот я живу во Франции, мне очень нравится Швейцария. Я никогда не поеду в Швейцарию жить, и туристам сейчас я не езжу. Я даже интервью не даю швейцарскому. То есть, когда швейцарцы хотят меня взять интервью, я говорю, приезжайте ко мне, берите интервью. К вам я не приеду. Потому что я знаю, что если я приеду в Женеву, если я приеду в Лозанну, если я приеду в Цюрих, в Берн, то, скорее всего, я туда приеду, но не уеду. Вот он этого не понимал. Он не понимал, что Испания...